Моби Дик, часть первая. Уильям Хёрд, Итан Хоук, Чарли Кокс, Эдди Марсон, Джиллиан Андерсон, Билли Бойд, Дональд Сазерленд. Автор сценария Нигель Уильямс. По роману Германа Мелвилла. На помощь! Спасите! А ну верни, что взял. Простите. Еще раз убежишь, убью, клянусь тебе. Простите меня. Эй, отпусти его. Вставай, за мной, живо. Назад, кому сказал? Не уйдешь. Назад. Он убьет меня, сэр, убьет. Назад. Я найду тебя. Из-под земли достану. Держи. Спасибо, сэр. Зови меня Измаил. Я Пип. Художник Роб Грей. Рад познакомиться, Пип. Художник-постановщик Роб Грей. Что заставило меня отправиться в китобойное плавание? Наверное, это желание жило во мне очень давно. Куда же мы едем, мистер? В Нантакет. А что вы там собираетесь делать? Наймусь в китобой, буду охотиться на китов. Я был просто одержим китами. Приехали ребята. Атлантика перед вами. Много лет киты проплывали в моем воображении нескончаемыми караванами. И один из них занимал мою фантазию больше всех остальных. Огромный белый кит, подобный белоснежной горе. Удачи вам, ребята. Спасибо. Ты не должен. Зачем ты пытаешься делать невозможное? Но ведь это и есть жизнь. Постоянная попытка совершить невозможное. Как я хочу, чтобы все киты оказались на дне морском. Именно там, дорогая, они почти всегда и находятся. Третий слева. Томас Бил, история кашалота. Судовой врач, которому можно доверять. Мать говорит, ты собрался стать китобоем? Это очень нелегко. Придется от многого отказаться. От сосисок, например. И от яичницы. И от пудинга. Только вот это. Ха-ха-ха.
Добрый вечер. Мистер Старбек. Надеюсь, вы нас извините. Ну как вы, капитан? Что новенького? Судно еще не готово. Мы пробуем. Не пробуйте. Делайте. Ставьте на воду немедленно. При всем понимании, я не могу. Это говорит великий Старбек, властитель всего, что правильно и подобающе. Я готов к плаванию. Этого я и боялся. Если боитесь, значит, знаете, что должны делать. На моем судне нет никого, кто бы не боялся кита. Ах, так это уже ваше судно, мистер Старбек. Мы оба знаем, чье это судно, сэр. Тогда займитесь своей чертовой работой и поставьте судно на воду прямо сейчас. Да, капитан. Держите крепче, сэр. Хорошо. В общем, не подведите, ладно? Ты боишься? Моби Дика. Это же просто кит. Засыпай скорее. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи. Но ведь это не просто кит, верно? Он гонится за тобой. Киты так себя не ведут. Это неестественно. Он стар, он зол. И ему не достает женской ласки. Так что у нас с ним много общего. Зачем ты так говоришь? Затем, что знаю. Тогда ты подойдешь и посмотришь на меня вот так. Тебе не нужно уезжать. С нас хватит. Мне всегда нужно уезжать. Но это не просто еще одно плавание, правда? Ты думаешь о чем-то особенном. Прямо сейчас я думаю о тебе. Что ты находишь во мне, старике? Пламя, которое не гаснет. Надежную руку. Очень надежную. И глаза, по которым я сверяю свой курс. Поднять весла. Причаливаем. Хватайтесь за причал. Прибыли, сэр. Уже? Да-да, сэр. Хватайтесь за причал. Все выходят.
Ну, тебе куда? Разве у меня есть выбор? Ты сам себе хозяин, Пип. Человек — это воплощение добра. Его инстинкты добродетельны. Только в результате извращений, вызванных непокорностью, душа его оскверняется. Царство небесное внутри нас. Вот где наш священный, божественный храм. Гренландский китовый жир, джентльмены. Лучшее угощение к вашему столу. 100 баррелей превосходнейшего спермацета с ароматом сладким, как апрельская трава. 100 баррелей. Начальная ставка $25. Кто готов за 25? 25, 30. Даю 55. Благодарю вас, сэр. Продано за 55. Эй, стоп! С кем поплывешь? С Ахавом. Думаешь, он наймет тебя? Думаю, я ему нужен. Простите, я ищу судно. Китобоец. Пробуй счастье на Мэри Роуз. Спасибо. Вы не знаете, где стоит Мэри Роуз? Он просто тебя дурачил. Я думал, вы соглашались со мной, мистер Старбак. Судно еще не готово. Приклепайте ее двойным швом и спускайте на воду. В какие сроки, мистер Старбак? Как первый помощник, вы сначала должны обеспечить... Так хочет капитан. Или вы сами доложите ему, что это невозможно? Сегодня времени мало. Поехали. Поздравляю, парень. Твой шар последний. Покажи нам свой лучший удар. Давайте, ребята. Идите все сюда, быстрее. Кто остается там, танцует на своей могиле. Дайте ему бросить. Дегу. Это кто бросал? Это он. Угощайся. Ты нашел свое судно? Да нет, я понял, что плоховат для него. Смотри-ка, парень шутки понимает. Работа сейчас шаром покати. По крайней мере для меня. Откуда родом? Из Мичигана. Могу я снять комнату? Только вместе с соседом. Сгодится. А что за сосед? Его сейчас нет. Он бегает по городу и продает свою голову. Thank you.
Эй, парень, лучше тебе прилечь. Пойдем. Значит, ты в первый раз нанялся в китобое? Ну, да. Удачи, сынок. На помощь! Помогите! Спасите! Покажи себя! Что происходит? Вы не сказали, что мне придется делить комнату с этим? С кем? С каннибалом. О, не волнуйся, он уже поел. Вот, Квикек, вы делите комнату на двоих, понял? На двоих. Скажите ему, чтобы не курил в постели. Думаю, он понял и с первого раза. Что за новый второй помощник? Мистер Стаб. Он не с Манхэттена? Я говорил кое с кем из Нью-Бетфорда, его очень хвалили. Дескать, прирожденный убийца и мечтает пойти на кита именно с вами, капитан. А мистер Фласк вернулся к нам со своим человеком? Дегго. Похоже, последняя охота раззадорила им аппетит. А вам, мистер Старбек? В последний раз, когда кит отнял у вас ногу, и мы поплыли домой. Вы... посадили меня. Меня под арест. Вы говорили страшные вещи в бреду. Я не могу забыть этих слов. Каких слов? О белом ките. О смерти. Вашей смерти. Ну чего только от боли не наболтаешь. Квикек, а ты со своим внешним видом когда-нибудь попадал в... В задницу? Ну да. Нет. Квикек, не попадать в задницу.
Киты, плавники и спермацет. Мы скупаем все, джентльмены. Плывите с капитаном Поллардом. Он убивает любого кита, за которым погнался. Это голый факт. Парни, вам будут честно платить, и никто ни о чем не спросит. Привет, Том. Привет. Как дела? Ну что у тебя? Под завязку? Боюсь, что да. Если ищешь работенку, дождись, когда спустят на воду Пикот. Я слышал, капитана Хафф все еще набирает людей. Пикот? Пикот. Так и сделаем. Удачи. Спасибо. Добрый вечер, джентльмены. Добрый. Мы представляем интересы судна «Пикот». Вы знаете закон лучше всех, мистер Билдет. Вы не имеете права приходить сюда и вербовать людей просто потому, что их прижала нужда. Нужда заставляет, когда черт вынуждает, мистер Коффин. Квикик умеет гарпун. У нас христианское судно. Он пресвитерианец. Мы не берем на работу каннибалов. Мне все равно, какой религии человек, если он платит мне тем же уважением, что я питаю к нему. Я показать вам. Видишь, кит? Теперь кит убитый. Ты нанят. 1/90 доля прибыли твоя. 1/85. 1/80. 78,5. 78. Ладно, 75. Твоего друга мы тоже берем. И какая же доля достанется мне? 1/700 и 77. И все? Перечитай Библию, парень. Тебе платят не от щедрот. Ты ведь первый раз на китобойце? Да, сэр. Мы даем тебе образование. Тебя не обидят за то, что ты можешь. Я тебе обещаю. Кажется, теперь я знаю, с кем лучше иметь дело. На двоих. Войдите. Могу я кое-что сказать? Смотря что. Если это когда же я наконец избавлюсь от своего мужа-монстра, тогда можешь. Но если это умоляю, только не уходи в плавание, тогда нет. Ты не смеешь сказать ни слова. Давай сходим в церковь. Если тебе нужно в плавание, то... Если на свете есть Бог, я куда сильнее разозлю его своим притворным почитанием, нежели игнорированием того факта, что он вообще существует. Как думаешь, Берт, оно все-таки поплывет? Через 2 недели, сэр. Надеюсь, ты ошибаешься. По-моему, оно еще не готово, папа. Это сильное судно. Я сказал, чтобы завтра оно стояло на воде. Все делают, что могут, сэр. Почему вы за них извиняетесь, мистер Старбек? Завтра. Все слышали капитана? Мы не ошиблись, выбирая судно. Белый дуб. Американец. Хорошо. Да, все правильно. Луланд, Луланд, зуэй май.
Конечно же, он не с вами. Кто? Капитан Ахав. Я плавал с ним в прошлый раз. Я был его гребцом. На его китобойце. Меня зовут Элайджа. Наверное, ты должен поплыть с ним снова, Элайджа. Ни за что. Никогда больше. Если он поплывет опять, он умрет. И он сам это знает. Он увидит катафалк из американского дерева, качающийся на волнах. И его станут душить пеньковой веревкой, пока он не испустит дух. Не знаю, о чем вы. А вы спросите у мужа. Он знает. Он знает об этом все. Возлюбленные братья-мореходы, последняя версия первой главы книги Ионы. «И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотила Иону». Элизабет? Отец. Долго готовил он огромную рыбу, чтобы проглотила Иону. Сегодня среди вас могут быть те, кто считает себя капитанами своих судеб и хозяевами своих душ. Ерунда. Они обманывают себя, так же, как обманывал себя Иона. Если Господь решил, что море заберет вас, оно поглотит вас так же неизбежно, как поглотило Иону. Иона гордец. Он не приемлет помощи и пострадает за это. И знаете почему? Иона выступил против Божьей воли. Иона исключил себя из семьи тех, кто ступает по пути Господа. Море распознает вашу гордыню так же, как распознало гордыню Ионы. Вы можете уйти в море, думая, что вы никогда не покоритесь его жуткой власти. Но вам придется ему покориться. Море преподаст вам урок. Урок Господа, который заставляет эти волны и эти безумные океаны бушевать так же, как и 2000 лет назад. Смирение, братья-мореходы, забудьте о гордыне. Это единственный способ остаться в небесной семье. Прежде чем вы взойдете на борт, какого бы то ни было судна, друзья мои, убедитесь, что вас осеняет своим светом Господь. И да пребудет с вами его благословение. И с вами, отец. И с вами, отец. Все, что ему нужно, это удачная охота и судно, полное рыбьего жира. Вы правда так считаете? Да, если вам от этого станет легче.
Ваш бог послал большую рыбу, и она съела Иону? Да, такая история. Зачем? Чтобы проучить его. Кит тебя ест, и ты мертвый. Поздно учить. Добрый вечер, джентльмены. Всем молчать и слушать. Некоторые из вас нанялись на пикот. Мы отплываем завтра. Грузите ваши вещи на борт. Дальше. Гарпунчики, ко мне. Как зовут? Квикек. Я выбираю тебя. Мистер Стаб. Имя? Таштего. Племя? Я последний из Массачусетсов, сэр. Сойдешь. Мистер Фласк. Разве у нас есть выбор? Никак нет, сэр. Меня зовут Пип. Я хотел наняться юнгой. В самом деле? Убивать китов. Откуда ты? Алабама. В Нантакете нет рабов, сынок. Добро пожаловать на борт. И ты, приятель Пикига. Я не услышал твоего имени. Его зовут Измаил. Измаил? Сэр? Ну а ты? Похоже, ты неплохой гребец. Это пресноводный матрос, сэр. Плавал по Великим озерам и по Гудзону, сэр. Ты тоже в команде. Спасибо, сэр. До завтра, джентльмены. Пожелаем китобоям удачи. А женам китобоев успеха. Ни о чем не волнуйся. Проповеди для слабых духом. Небеса нужны вам для защиты. Вам понадобятся небеса. Ахав готовит вам могилу на дне морском. Привет, мореходы. Доброе утро. Дурачье, вы дурачье. Помяните мое слово, я был там. Это не ваша судьба. Это судьба Ахава. Тоже плывешь? Да. А в контракте написано про ваши души? Про что? Или, может, у вас их нет? Ладно, черт с вами. Чему быть, того не миновать. Легче всего на свете изображать, что ты знаешь некий великий секрет. От чего же он предостерегает? Душа для вас, что пятое колесо у телеги. Мы отплываем, Элайджа. Мы не ссорились с тобой. Ступай в церковь. Оставайся с миром.
Ну что, мистер Старбек, все готово? Да. Тогда пусть Господь хранит вас в небесных объятиях. Вот она перед вами, одинокая Атлантика. Окунитесь в судьбу. С Богом! С Богом! Мистер Стаб. Береги его. Обещаю. Что уставился, парень? Теперь мы сами по себе, ребята. Мистер Стаб, все по местам. Все по местам. А где капитан Ахав? Появится, когда придет время. Приготовиться! Приготовиться! Измаил, очисти Брамстенгу. На самый нос, мистер Грей! Сегодня вы мои глаза! Очистить Брамстенгу! Которая тут Брамстенга? Иди за мной! Шевелись, салаги! Ваши задницы подчиняются мне! Всем работать! Крепи! Крепи паруса! Крепи! Хорошо справляетесь, мистер Стаб. Внимание, новичок на мачте! Измаил! Отдыхаешь, Мичиган? За работу. Господи, да здесь как в тюрьме. Говорят, первая неделя самая трудная. Мне сказали, ты уже плавал раньше, Стилкилд? Плавал. Да ну. Великие озера. Слыхал про такие, сынок? Это кто здесь, сынок? Разве это тюрьма? Это свобода. Это свобода, правда, Пип? Просто ты еще не привык к морским волнам. Спокойной ночи, ребята.
Он где-то там, в глубине. Чуешь его запах? У тебя есть имя, парень? Измаил. Измаил? Сын Авраама и египтянки? И будет он как дикарь между людьми, и руки его против всех, и руки всех против него. Это всего лишь имя. Давненько я не брал в руки Библию, капитан. Квикек, гляди, вон там, видишь? Это кит? Первое правило китобоя — терпение. Капитан! Всем встать! Капитан на палубе! Видите это, ребята? Да, капитан. Это целый дублон. $16. Всем видно? Да. Что вы делаете, когда видите кита, ребята? Подаем голос. Отлично. А что потом? Спускаем вельботы. Идем за ним. Под какую песню вы гребете? Убитый кит или разбитый вельбот? Убитый кит или разбитый вельбот. А теперь... Дай-ка мне гвоздь, Перт. А ты одолжи молоток. Итак, первый из вас, кто увидит в воде кита... получит эту монету в $16. Эту унцию испанского золота. Этот дублон. Но это должен быть не просто кит, дети мои, нет. А очень особенный кит. Белоголовый кит. Белоголовый кит. С морщинистым лбом и свернутой челюстью. Это безумие. У него три дыры в правой части хвоста, и гарпуны торчат из его боков. Точно ржавые штопоры. Белый. Белый кит. Знаешь такого, сынок? Я знать. Квикек слышать про такой. И как же его зовут? Скажи. Молчи. Это проклятие.
Боитесь назвать его? Боитесь назвать, пока не поднимете его из пучины? Это не входит в мои обязанности. Страх. Это темница, в стенах которой вы обитаете. Проломите же ее стены. Назовите его. Скажите имя. Моби Дик. Моби Дик. Вы охотитесь на Моби Дика? Скажите же! Скажите это имя еще раз! Моби Дик! Не тот ли это Моби Дик, что раскроил ваше судно пополам, капитан? Не тот ли это Моби Дик, что отнял у вас ногу? Кто вам это сказал, мистер Старбак? Я видел это своими глазами, сэр. Ваша правда, мистер Старбак. Ребята, он выболтал все мои секреты. Что можно скрыть от своей команды? Ничего. Да, Старбак. Это был тот самый кит. Да, ребята. Моби Дик. Это он вывел меня из строя и довел меня до деревяшки вместо ноги. Горе тебе, Ахав! Это он, тот проклятый кит, превратил меня в развалюху. И что мне теперь, согнуться? Лечь и смириться? Нет, я не согнусь. Я не смирюсь. Я пришел на это судно ради охоты, капитан, а не ради мести. Разве месть уже запрещена законом? Разве месть — это что-нибудь некорректное? Мы охотимся, чтобы жить, разве нет? Будет страшно, если мы начнем жить, чтобы охотиться. О, выходите из игры, мистер Старбак? Я не сказал, что... Для вас это слегка чересчур? Я в игре, если она идет по правилам бизнеса. За мою месть все получат отличную прибыль. Месть кому? Бессловесной твари? Это смахивает на богохульство. Только не говорите мне о богохульстве! Я готов сразить солнце, если оно оскорбит меня. И я буду преследовать этого кита по всем морям, где бы он ни был. Вы готовы ловить его со мной? По обе стороны Америки и по всем океанам Земли. Пока он не истечет черной кровью и всплывет кверху брюхом. Вы готовы? Готовы. Вы сделаете это для меня? Да. Значит, вы со мной? Да. Так выпьем же за это. Квикек. Да, капитан. Каждый должен выпить. Будешь моим учителем. Да, капитан. Каждый должен выпить. Так позовем же белого кита. Моби Дик, Моби Дик, Моби Дик, Моби Дик. Моби Дик, мы вкушаем кровь твоего сердца. Сынок? Кто не с нами, тот против нас. Верно, мистер Старбек? Бунтовать тяжкий грех, не так ли? Выпей, парень. Мистер Старбек с нами, ребята! Моби Дик! Моби Дик!
из его туши торчит гарпун, вокруг которого что-то намотано и опутано белой веревкой поразительной длины. Скоро я убью много китов. Все, что для этого нужно, гарпун, Пип, и тот, кто его метнет. Нет. Ты должен получить разрешение. Попросить море, чтобы оно направило тебя и благословило твой клинок. И тогда ты поразишь добычу сильной рукой и с добрым сердцем. А потом ты говорить киту спасибо. Это перед тем, как разделать его и сварить? Капитан хочет видеть тебя. Да, тебя. Тебя повышают? Некоторым людям просто не дано быть китобоями. Будь осторожен. Дурные чувства на судне распространяются моментально. Осторожно. Простите, мистер Старбек. Я первый помощник. Мистер Стаб второй. Мистер Фласк третий. Это все, что тебе нужно знать. Капитан любит тех, кто думает самостоятельно. Только не думай слишком много. У тебя пиджак наизнанку. Добро пожаловать во двор короля Ахава. Здесь сижу я, рядом мистер Старбек, за ним мистер Фласк, а дальше третий помощник. Все ясно? Да, сэр. Здесь все выполняется в правильном порядке. Да. Ужин, мистер Старбек. Ужин, мистер Стаб. Ужин, мистер Фласк. Иду, мистер Стаб. Этот юноша будет обслуживать нас. Я слышал, он искренне верит в справедливость. Ну а мы во что верим на этом судне, мистер Стаб? В приказ, сэр. В приказ и личную выгоду. Точнее не скажешь. Благодарю. А вот Фласк у нас теперь офицер. И жалеет, что не может позволить себе куска свинины, которую получал, работая на мачтах. Теперь он повышен в ранг голодающих. Бесславье суеты в безумстве этой жизни. Итак, приказ и личная выгода. Последний выбывает первым. Можешь собирать посуду. Но мистер Фласк еще не закончил, сэр. Ничего, собирай. Мистер Старбек, зовите гарпунщиков. Оставляешь мистера Фласка напоследок? Просто убираю по порядку, сэр. Вы разрешите юноше забрать вашу тарелку? Забирай. И приведи стол в порядок. Ты что, одолжил ему денег? Нет, сэр. Может, ты его родственник? Насколько я знаю, нет, сэр. Фласк. Спасибо, мистер Стаб. Вы когда-нибудь видели вихрь в океане, накрывающий 1000 квадратных миль? Нет, сэр. Небо чернеет, пузырится, и эта хрень несется по небосводу прямо на вас. И вы должны как можно скорее убрать паруса. Молись или бум!
И все утонули. Дегу, покажи ему канаты. Квикик, Измаил. С черномазом я не полезу. Дегу. На моем судне нет черномазых, Мичиган. Только матросы. И если я еще раз услышу, что ты его так назвал, я сделаю так, что и твоя задница станет черной. За работу, ребятки. Тренируйтесь, ребята, до крови на руках. Обещаю доллар за чистый бросок. Оставь веревку салагом, Квикек. Вот так. По моему сигналу. Давай. Постой. Разве это был чистый бросок? Чистый, сэр. А я так не думаю. Все чисто, сэр. С вас доллар. Разве я не сказал по моему сигналу? Квик, Квикек! С вас доллар. Приказываю здесь я, матрос. Квикек! С вас доллар, мистер Стаб. У тебя только один выход. Опусти руку. С вас доллар. Ах так! Квикек! Кит! Вижу кита! Вон там пускает фонтаны! Еще фонтан! Ложная тревога! Эй, ты! Ко мне, живо! Кто ты, парень? Что у тебя в голове? Ты думаешь, что можешь вытворять что угодно? Что ты взрослый и крутой, что ты уже все знаешь? Потому что всю жизнь охотился на китов? Здесь все под моей командой, сынок. Я знаю каждого на этом судне. Я знаю, на что они способны, а на что нет. Я наблюдаю за ними. И знаю, когда вмешаться, а когда промолчать. Все они точно крепкая семья, и только ты, похоже, понятия не имеешь, что это такое. Ты когда-нибудь видел кита, парень? Нет, сэр. Ты хоть представляешь, какой он огромный? Одна его печень занимает две телеги. Он может достигать 40 метров в длину. И еще зубы. У него есть зубы. Думаете, я боюсь, сэр? Я не боюсь. Вот как. Кто ты такой, сопляк? Ты
ты вышел в море в маленькой лодке. Совсем крошечной, с парочкой гарпунов в руках против бешеной горы. Ты понимаешь, каково это? Можешь это вообразить? Нет, сэр, не могу. А я думаю, можешь. Ведь это все, на что ты способен. Воображать. Представление окончено. Всем за работу. Как дела, Пип? Да разве это побои? Настоящие побои тянутся полчаса или час. Рад видеть, дружище, что ты можешь над этим смеяться. В Чикаго бы этого не поняли. Видимо, здесь не Чикаго. Где это Чикаго? Очень и очень далеко отсюда. Видать, заскучал по мамочке. И как долго мы будем искать кита, Квикик? Может, день, может, месяц. Квикик не искать кита. Кит искать Квикика. Земля, смотри. Земля! Земля! Мистер Старбак, земля! Вода, фрукты и женщины. Не обязательно в этом порядке. Суша, ребята, наконец-то! Сбавить ход. Сбавить ход! Мичиган, скажи своей мамочке, чтобы купала сестричек. Мы идем в гости. Мистер Стаб, держите себя в руках. Да. Мы у острова, сэр. Значит, мы опаздываем. Но мы идем с опережением. А он сейчас уже за мысом, так что... Причаливать, как обычно, сэр? Нет, мы идем дальше, мистер Старбак. Это приказ. Мы пойдем на охоту? Пристрели для нас парочку свинок, Пип. Мистер Стаб. Мы плывем дальше. Давай, ребята. Мы плывем уже 7 месяцев, мистер Старбак. Это приказ. За работу, джентльмены. За работу. Живо. Вы слышали, мистера Стаба? За работу.
Эй, Джонни, уплывать пора. Подальше от людей. Бросай девчонку, Джонни. Бросай ее скорей. Все неправильно, ребята. С самого начала неправильно. Подумайте сами. Почему мы не остановились на острове? Зачем капитан морит нас голодом? Почему у нас нет свежей пищи? Это не он морит нас голодом, дружище. Я знаю одно. Я нанялся не за тем, чтобы со мной обращались как с животным. А зачем ты нанялся? А? Вот я, скажем, нанялся, чтобы ловить китов. И где киты? Разве он нашел китов? Терпение, брат. Он только и кормит нас обещаниями, от которых пусто в желудке. Здесь все держится на обещаниях. Иначе нельзя. Таштега прав. Нам нужно терпение. И готовность выживать сообща. Мы все равны. Верно. Измаил. Сэр. Полагаю, ты не хочешь опоздать на свою вахту? Это и есть кит? Нет, не думаю. Мы должны быть уверены на все 100. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли глазу вопли моего, Царь мой и Бог мой, ибо Тебе молюсь. Господи, утром услышь голос мой, утром помолюсь Тебе и стану ждать. Очень правильно. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, и у Тебя не водворится зла, и нечестивые не пребудут пред очами Твоими, ибо Ты ненавидишь всех творящих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Знаешь, однажды я все-таки убью кита. Первая кровь! Первая добыча Пипа! Вижу! Вижу китов! Вон там! Смотрите, их целая стая! Клянусь! Мичиган! Правда, киты! Квикик! Левый борт, джентльмены! Киты! Киты! Всех наверх! Шлюпки на воду! Помогай все вместе! Last.
Ты готов, Дегу? Еще как готов, мистер Фласк. Еще как готов. Ты жив? Смотри на меня. Смотри на меня. Кто-нибудь, помогите снести его вниз. Что это было? Нет, только не ты. Держи крепче штурвал. Быстрее, салаги, быстрее! Я что-то видел внизу. Что ты видел, Измаил? Я не уверен. Какого черта? Где капитан Ахаб? Беги к капитану и доложи, что киты здесь. Самки и молодняк в 5 градусах к северу. Таш, убирайся из чертовой шлюпки. Киты, капитан, ки... Слышишь? Слышишь его, сынок? Там, в воде. По ту сторону этих досок. Стая китов, капитан, по левому борту, к северу. Это он. Почему он здесь? Что ему нужно? Самки или молодняк, сэр? Самки, конечно. Он их хочет. Он здесь, чтобы спариваться. А я уж было подумал, что он ищет нас. Но нет, он пришел по своим делам, но теперь отдаляется от стаи. Мы его теряем. Взять курс на юго-запад. Но, сэр, это совсем в другом направлении. Я капитан на этом судне. Не помню, чтобы я спрашивал твое мнение. Помогай, ребята. Нет, Пип, отпусти. Дайте ему дышать. Спускать шлюпки, мистер Старбек. Кажется, я что-то видел. Спускать ли шлюпки, сэр? Какого дьявола? Он поворачивает на юго-запад. Но это же прочь от стаи. Киты по левому борту. Позвольте спустить шлюпки. Люди это заслужили, капитан. 13 месяцев вхолостую. По левому борту. Вон там. Парень не доложил как следует. Ну что ж, простим на первый раз. Какой капитан в здравом уме поступил бы так и увел свое судно от целой стаи китов? Только безумец, верно? Шлюпки на воду. За ними! Шлюпки на воду! На запад, по левому борту! Эй, ты! Полезай в мою шлюпку! Квике, где мой гребец? Измаил! Это твой первый кит? Что же, по-твоему, нас тряхнуло и заставило матроса свалиться с мачты? Хочешь взглянуть со мной? Измаил! Вперед, ребята! Квикик, не ходить на кит без Измаил! Ты приносить удача. Видишь птицы? Они показывают, где кит. Ну, все. Отчаливай.
Дегу! Дегу, возьми меня с собой. Не сегодня, друг мой. Твой день еще придет. Но я не боюсь. Нет, это слишком опасно. Ну почему? Вперед, ребята, давай! Это рыбка моя, парни! Помните, это рыбка Стаба! Пип, убирайся из шлюпки! Догоним этих ублюдков! Все будет хорошо, Дегу. Мертвый кит или разбитая шлюпка? Греби, матрос, греби. Куда это, капитан? Сэр, по-моему, он решил... Что решил? Что белый кит поплыл в ту сторону. Господи, спаси. Быстрее! Давай, ребята, навалились! Еще быстрее! Рвите спины, ребята! Сильнее! Шевелись! Тормози. Осторожней с веслом, Измаил. Это рыбка Стаба, ребята. Ловим девочку с края стаи, ребята. Иначе все эти суки за нами погонятся. Пригнись, Пип, пригнись. Это рыбка Стаба, ребята. Давай, Таш. Я получу этого кита. Или я отымею тебя, клянусь. Давай. Отлично, Таш. Попался. Пригнись, Пип. Весла на борт. Трави конец. Ниже. Держись, ребята. Вперед. Давай, парни! Помогите! Держись, Пип! Держись! Сэр! Мистер Стаб! Давай, моя милая! Мистер Стаб! Давай, моя сладкая! Рубите канат! Будь ты проклят! Тебя не должно быть в этой шлюпке! Придурок! Они обрубили канат. Что не так? Постарайся не попадаться мне на глаза.
Весла на воду! Что с Пипом? Пип! Это рыбка Стаба, мистер Старбек. Первая кровь! Теперь эта сучка наша. Это проветрит ему мозги. Весла на воду, живо! Эта сучка моя, все слышали? Легче, ребята, легче. Не шлепайте веслами. Вот она. Тихо. Тихо. Тише. Она почти наша, сэр. Тихонько, тихонько. Вот так. Вот так. Давай. Нажми, ребята. А ну-ка, парни, возьмем нашу добычу. Еще немного. Как будешь готов, Квикик. Готовьте весла, ребята, готовьте весла. Весла на воду. Весла на воду. Она уходит, уходит. Тяни, тяни. Тяни. Еще. 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 Просто так не сдается. Так она дотащит нас до самого дома. Только не ныряйте носом. Твой первый кит, Измаил. Измаил, лебедка раскалилась. Набери ведро воды и лей на канат. Лей на канат, охлади ее. Она теряет силы. Да, она устала. Теперь она наша, парни. Она теперь наша. Так держать, ребята. Не тормозите, пусть плывет. Поднять весла. Подняли, подняли. Он где-то здесь, ребята. Я его чую. Внимание, парни, внимание. Он там, вон туда. Гребите. Легонько, ребятки, не шлепайте. Легонько, легонько. Вот так. Не нужно стыдиться, что вы обрубили канат, мистер Старб. Она все равно наша. Когда я обрубил канат, она уже подыхала, мистер Старбек. Так прикончите ее. Рада видеть вас, мистер Фласк. Давайте сюда. Вы же видите, девочка все не успокоится. Давайте. У нее еще остались сестренки, ребята. Я думал, она твоя сестренка, Дегу. Она воняет, как твоя мать. Тихо, тихо. За короткую и удачную охоту! Что случилось с ветром? Левиафан пожирает воздух.
Он здесь, ребята. Я чую его. Смотрите внимательно, если хотите дублон. Вас поняли, сэр. Весла. Поднять весла. Тихо, тихо. Глядите в оба, ребята. Держите весла. Держите весла. Что? Что это? Что происходит? Это десница дьявола. Десница дьявола. Продолжаем. Гребите сильнее! Пип! Ты ранен, Пип! Да ладно, оклемается. Просто он не должен был лезть в эту шлюпку. Я не хочу это больше повторять. Дегу, отгони акул от моего кита. Мистер Стаб, сэр. Мистер Стаб, сэр. Ни слова, парень, ни слова от тебя. Это Моби Дик. Смилуйся, Господи! Он приближается. Все в порядке, все живы? За ним! Гребите, что есть силы! Господи Боже! Ты видел это, Иисусе? Вот он, наш мальчик. Ну разве не дьявол во плоти? Нами командовал седой человек, который с проклятиями и ненавистью преследовал китов по белу свету. И команда его состояла из ублюдков-беженцев, отщепенцев и каннибалов. Как получилось, что мы оказались в плену гнева этого старика? Чем же пленил он нас, когда мы стали считать его участь своей? Никогда тебе не вычерпать море этим наперстком, слабак! Это он. Он вернется? Это Моби Дик. Он вернется? Вернется. Белый кит казался величайшим, смертельнейшим демоном безбрежных морей нашей жизни. Он еще не закончил со мной. В его обличии я видел ни много ни мало самого дьявола. Конец первой части. Моби Дик. Часть вторая. Мы преследовали эту китиху до мелководья, убили ее в воде, а затем оттащили до судна и обезглавили. Ее великолепная кожа теперь принадлежала нам, ее палачам. И не успели мы выцедить из нее весь жир, как пора было вновь выходить в море за очередной добычей. Гадая, как долго еще Левиафан сможет выдержать эту резню. Фласк, не заставляй мистера Стаба подгонять тебя. Все было не так и ужасно, правда? Аплодисменты! Мистер Стаб убил своего кита!
В этой девочке 50 бочек рыбьего жира. Вот как нужно охотиться, когда старый самец поблизости. Не отступайся. Мы повесим его на другом борту еще до рассвета. Но разве он не улизнет до тех пор? О чем ты говоришь? Разве старые самцы остаются надолго возле самок? Ты вычитал об этом в книге, верно? Да, сэр. Если бы я знал, что сделает Кит, сынок, я был бы самым богатым на свете. Мистер Старбак, дайте людям выпить, они этого заслужили. Вернется ли он, сэр? Вернется. Если бы кто-то подвесил на крюк мою жену, я бы вернулся. И к его появлению мы будем готовы, так или нет? Да, так. Да, капитан. Ослабьте канаты. Где Пип? Кто-нибудь видел Пипа с тех пор, как мы вернулись? Квикик, ты не видел Пипа? Нет, не видел. Внизу искал. Мистер Стаб, вы не видели Пипа? Не говори мне об этом, придурке. Давай-ка спускайся сюда и потаскай бочки. Чистим ее, как апельсин. Пип! 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 Здесь больше 50 бочек. Гораздо больше. Измаил! Измаил, спаси меня! Я здесь! Я сейчас, держись! Все в порядке, братишка, я здесь. Давай сюда, хватайся, хватайся! Все в порядке, не бойся. Все хорошо, я с тобой. Подбросьте дровишек, ребята. Поджарьте ее получше. Приготовьте мой любимый стейк с кровью. Пахнет так, словно судный день уже начался. Кто-нибудь, помогите! Помогите! Человек за бортом слева, нужна помощь! Держу, держу, держу. Вот так, готовы? Раз, два, взяли. What
Какого дьявола ты вытворяешь, парень? Спасает члена команды, мистер Стэп. По-моему, я приказал тебе таскать бочки. Время — деньги. Всем за работу. Похоже, его смыло за борт волной, сэр. Несите его ко мне в каюту. Все, что тебе нужно, сынок, это стаканчик виски. Сэр, я видел его, сэр. Я видел белого кита. Где? Где ты видел его? Где именно? Там, где мистер Стэп убил своего кита. Избавляйтесь от этой туши, завершайте работу. Освободите от нее судно, вернитесь на мачты и смотрите в оба. Двойная вахта всю ночь. Могу спорить, он скоро покажется. Береги себя, парень. Да, сэр. Таш, Дегу, Квикик, Мичиган, спускайтесь вниз. Давай-ка. Сэр. Он вынырнул. Вдалеке? Прямо передо мной. Я мог протянуть руку и коснуться его. А потом ушел на глубину. Он великолепен, сэр. Он хотел сказать тебе: я здесь, это моя территория? Нет. Твое появление он воспринял как вызов. Если бросать ему вызов, он меняет судьбы. Но я не бросал ему вызов, сэр. Любой, кто общается с ним, бросает ему вызов. Он считает себя властелином океана. Я ощутил его силу, сэр. Я чуял его присутствие. Я был у него в пасти, Измаил. В пасти, представь себе. И после этого долго сходил с ума. Иногда мне кажется, что мистер Старбак до сих пор считает меня безумным. Ты тоже так думаешь? Нет, сэр. Я вовсе так не думаю. Ты был с ним рядом. Ты понимаешь меня? Да. Моби Дик. От одного его имени у людей душа в пятки уходит от ужаса, верно? Он белый. Белый, как щеки мертвеца. Ты когда-нибудь разглядывал мертвеца? Нет, сэр. Мы расписываем нашу вселенную такими яркими красками. Но на самом деле это просто пустота. Космическая пустота. Белоснежная. Как этот кит. О, я вижу, он проник в твою кровь и зажал в тиски твое сердце. Куда это ты собрался? Спускайся обратно. Этот кит мой, Стилкилд. Проверь каждую бочку, чтобы нигде не протекало. Мне нужна из этой сучки каждая капля. Что я делаю не так? Сожгите кожу к чертям. Все так. Это просто охота. Привыкнешь, друг мой. Когда мы выберемся отсюда, ты будешь такой же черный, как мы все. Давай дальше. Знаешь, что это? Нет, сэр. Это называют венами. Как вены в нашем теле? Именно, вены. Кровеносные сосуды. Кровь путешествует вниз по кругу и возвращается. А это след, который оставляет кит. Так мигрируют ласточки на юг в поисках тепла. Мы тоже оставляем такой след за собой, скитаясь по белу свету в поисках пищи и крова. Как легко его потерять. Особенно, когда он движется. Конечно, конечно. Разумеется, он может плыть, куда ему вздумается. В его распоряжении весь мировой океан. Но сейчас он здесь.
Он прибыл сюда. И ждет. Здесь. И сейчас. Не сейчас, мистер Старбек. Ну а теперь... Отец наш небесный, да светится имя Твое. Да такие острые, что твое, могут резать да ветер. Да будет воля Твоя на небесах и на дай земле. Дай ко мне один. Хлеба насущного нет, дай нам сегодня. Вон прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение и огради нас от зла. Ибо Твое есть Царство Небесное, и сила Твоя, и слава во веки веков. Прекрасная голова. Ты ныряла там, куда человеку никогда не добраться. Повидала столько, что и не рассказать. Побывала там, где тлеют якоря и неуслышанные молитвы. Но не можешь сказать ни слова, и теперь мы делаем с тобой, что хотим, превращая тебя в деньги, в тепло и свет для всей Америки. Капитан. Ох и здоровая, правда? Ее сестрички поздоровее. Вот они, прямо перед нами. Пускает фонтаны. Не стоит так много думать о ее сестричках. Нам нужен только один кит. Моби Дик. Этот парень видел его прошлой ночью. Он в каких-то сотнях метров от нас. Значит, пора убираться отсюда как можно скорее. Не надо так бояться его, мальчики. Я и не говорил, что боюсь его, капитан. А вот он боится белого кита. Но мы даже не знаем, где он. Кажется, знаем, сэр. Посмотрите на птиц по правому борту. Взгляните на птиц, сэр. Это он. Точно он. Он уходит. Готовность номер один. Поднять паруса. Курс на северо-восток, мистер Старбек. Это самоубийство, ребята. Придержи язык! Вы все видели это чудовище. Все. Если мы пойдем на него, мы все подохнем. Знай свое место. Разве мы не клялись, что мы убьем Моби Дика? Да. Неужели мы забудем нашу клятву, джентльмены? Снимем шляпы и дадим ему идти своей дорогой? Давай, господин Кит, продолжай наводить ужас на всех рыболовов мира! Он зло! Он зло! Он будет убивать, калечить и разорять моря, пока мы не остановим его. Но вы говорили, что он не представляет опасности, сэр. Когда и что опасно, решаю я, мистер Старбек. Капитан! Что мы делаем, черт побери? Отворачиваемся от 300 бочек жира, чтобы гоняться за белым китом, мы... Мы? Здесь я отдаю приказы, мистер Стаб, и вы подчиняетесь им согласно своему долгу. Северо-восток! Все по местам! Гоните, что есть силы! Да, капитан. Следуйте за птицами! Сколько их там, 5 или 6? Еще паруса! Еще паруса! Вот он, вот он! Чертова громадина! Какой быстрый! Боже, какой огромный! Он подходит! Спустить паруса! Он поворачивает! Спустить паруса! Спускай! Так это уже ваше судно, мистер Старбек? Он хочет нас протаранить. Только не спускать паруса! На моем судне никто не боится белого кита. Вы не поняли меня, сэр? Я все понимаю, мистер Старбек, и лучше вам это запомнить. Он приближается, сэр.
300 метров! Метров, капитан! Он идет прямо на нас! Шлюпки на воду! Он нырнул! Всем стоп! Куда ушел белый дьявол? Он нырнул! Ушел! Что прикажете, капитан? Ждем! Вот теперь убирайте паруса, мистер Старбак. Вы потеряли разум? Хотите ждать, пока он протаранит нас снизу? А вы, сэр, что потеряли вы? Он здесь, дорогой мой. Мы почти поймали его, но вы потеряли смелость? Но где же он? Что он задумал? Он ушел. Ушел? Ушел? Только не думай, что можешь уйти от меня. На каждом повороте этого океана я буду преследовать тебя, пока не увижу, как ты истечешь кровью и сдохнешь. Что насчет девочек, капитан? Их там около 30, они играют совсем не пуганные. Они ждут нас. Может, вернемся? Умоляю, давайте вернемся, сэр. Он плывет на северо-восток, в Южно-Китайское море. Вот куда мы направимся. Северо-восток. Все по местам. Чего вы ждете, мистер Старбак? Вы правда думаете, что можно отследить одного кита во всем мировом океане? Конечно. Вы будете отдавать приказы? Или мне придется делать вашу работу за вас? До сих пор вы были моим первым помощником. Может, пора вас понизить? Я уже сказал вам. Вы просто сам не свой. А кто сейчас с вами? Ахав? Или кто-то другой? Я себя знаю неплохо. Я знаю, как меня зовут, когда обращаюсь к себе. Ахав! Ахав! Настоящий и единственный. Ахав! Повторяю, вы отдадите приказ? Северо-восток. Поднять все паруса. Нестись во весь опор. Северо-восток! Поднять паруса! Полный ход! Следить за фонтанами! Всем следить! В прошлом плавании, когда белый кит откусил ему ногу, говорят, вы посадили его под арест. Он тогда совсем сбрендил. Проклинал небеса и клялся отомстить киту. Элайджа говорил о проклятии.
В бреду капитан говорил о собственной смерти. О том, что его гроб качается на воде. И что его повесят. Ребятам все это не нравится. Никому не охота выполнять приказы, разыскивая одного единственного кита в огромном океане. Нам задали адрес, мистер Стаб. Южно-Китайское море. Возможно, для него хватит одного кита, мистер Старбек. Но... жир где-то протекает, мистер Старбек. А вы молодец, мистер Стаб. Товар под угрозой. Нужно остановиться и проверить каждую бочку. Капитану это не понравится. Он не может этому противиться. Ведь если он начнет... Значит, он не соответствует должности. Они так сказали, Квикек. Не соответствует. Неправильно. Он капитан, не они. Кто-нибудь знает точно, куда мы плывем? Да, 20 градусов на северо-восток. Ява — основная кормушка белого кита. И что мы будем делать, когда догоним его? Капитан знает, что делать. У него есть план. Нам просто нужно его выполнять. Мы не выступать против капитана. Это просто большая рыба. И больше ничего. Это что, делегация? Да, капитан. Только не жалуйтесь на невкусную еду. Прошу. Я смотрю, куда он, туда и ты. Да, сэр. Это хорошо. Дружба — основа жизни. Верно, Квикек? Да. Мистер Старбек и мистер Стаб не ваши друзья, сэр. Они говорить против вас. Ты сам это слышал? Измаил. Да, я заметил. Разве это не чудо гнаться за Левиафаном по всем морям, чтобы прикончить его? Он заставляет океаны кипеть, точно суп в котле, а мы хотим отследить и убить его. Кто поможет нам? Иисус Христос, наш Господь и Спаситель? Да, я слышал, он большой друг мистера Старбека, но я в это не верю. Мы все одиноки. Я не боюсь, сэр. Да, я вижу. Готовы ли вы заглянуть со мной в жерло вулкана? Выйдя за пределы всякого понимания. Квикек не боятся ничего. Сэр, они собираются вас... А я не боюсь своей команды, молодой человек. Войдите. Перед этими ребятами вы можете говорить о чем угодно. У нас протекают бочки, необходимо остановиться и проверить груз. Вы хотите сказать, мы должны застрять на неделю, чтобы проверить трухлявые бочки? Эти бочки с жиром. То, ради чего мы здесь, сэр.
Я капитан этого судна, и я заявляю, что не хочу больше слышать про чертовы бочки с жиром. Я проплавал с вами всю свою жизнь. И не желаю вам ничего плохого. Единственный, кого вам стоит опасаться, вы сами, старина. Ахав, бойся Ахава. Ахав, бойся Ахава. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Прислушаемся к голосу разума. Завтра, джентльмены. Всем встать! Капитан на палубе! Всем встать! Капитан на палубе! Благодарю, мистер Фласк. Открываем трюм, джентльмены. Свернуть брамсели, снять марсели на носу и на корме. Придется немного задержаться в пути, джентльмены. Нельзя терять драгоценный груз. Деньги. Я пью за деньги и благоразумие. Проверьте все ваши бочки, мистер Стаб. Вы слышали, что сказал капитан? Живо на мачты! Всем на мачты! Да, сэр. Не вы ли отвечаете за хранение бочек, мистер Стаб? Я, сэр. Это очень серьезный вопрос, мистер Стаб. Мы участвуем в солидном предприятии, не так ли? А из-за вас нам придется простоять несколько дней. Вам придется очень поторопиться. Ты и вы оба, полезайте вниз. Мистер Стаб, шевелитесь. Держите меня в курсе, мистер Старбак. Дего, ступай вниз. Да, мистер Стаб. То, что ты не смотришь на меня, еще не значит, что я тебя не вижу, приятель. Да, мистер Стаб. А теперь живо, парни! Все слышали, парни, живо! Ну, давай же. Не могу дышать. Не могу это делать. Я этого больше не вынесу. Умоляю, не посылайте меня снова в трюм. Что угодно, только не это. Мичиган, пора вниз. Одна из бочек протекает, и ты должен ее найти. Я не смогу там. Значит, ты плюешь на приказы, матрос? Нет, сэр. Не могу. Не могу. Выпустите меня. Дайте выйти. Выпустите меня. Заклинаю. Выпустите. Выпустите.
Не балуй. Когда ваше дыхание восстановится, мисс, можете вернуться к работе. Откуда вы знаете, что он будет здесь, именно в этой точке? В этом мире нет места случайностям, молодой человек. Животные возвращаются на одно и то же место снова и снова, так же, как и мы. Нам кажется, будто мы обладаем свободной волей, но все мы рождаемся обреченные плутать по таким же китовым тропам, вмурованные в будущее, к которому мы привязаны так же крепко, как трос к летящему гарпуну. Но если мы знаем, что ждет нас в будущем, зачем мы пытаемся его изменить? Подозреваю, ты ссылаешься на тот ходячий предрассудок, о котором все только и шепчутся. Илайджа, прямо пророк Илия. Только он не пророк. Он вызубрил проповедь о моей грядущей смерти и твердит ее всем, кто готов его слушать. Но свою смерть я выберу себе сам. Наша свобода в борьбе за то, чтобы убежать от своей судьбы и строить себе будущее своими руками. Полностью согласен с вами, сэр. Первым ударом мы должны ослабить его. Вот и все. Быстрый бросок и отходим. Если придется, обрубим трос. А дальше запомни, он не видит, что у него сзади. Пока он колеблется, в какую сторону свернуть, одна лодка подкрадывается сзади. А остальные подплывают сбоку. Так, чтобы он мог их увидеть, и отвлекают его. Я поставлю тебя на мачту. Ищи только его одного. Увидишь другого кита или других китов. Не подавай голоса. Конечно, как вам будет угодно. Ни на что другое нет времени. Мы сдохнем от этой работы. Ради чего? Ради долга. А я тебе скажу. Единственное, что может быть хуже нашего чертова судна и его капитана, это его... Его что? Его прихлебалой. Я ничей не прихлебала, дубина. Заруби себе на носу. Да? Мистер Стаб, великий... китобоец. Он уводит нас прочь от стаи. За одной рыбкой, которую даже не может разглядеть. Ах, вот как ты заговорил, Мичиган. Вот такие разговоры мне по душе. Кстати, твой друг Квикек. Он лучший из всех, сэр? Почти. Но он хорош. Он может пойти на второй лодке. Я пойду на первый. И когда Моби Дик вынырнет... Только тронь меня, клянусь тебе, ты покойник! Слышал, нет? Только посмей, я убью тебя! Что это? Пойдем проверим. А ты смотри и слушай. Я не твоя собственность! Только тронь меня, и ты труп! Ну, давай! Ну, давай! Мичиган, не делай этого! Отступись!
Ты слышал меня? Или мне придется посадить тебя в карцер? Ей-богу, я это сделаю. Поймать его! Скрутить немедленно, это приказ. Я говорил ему. Я предупреждал его, тронет меня, убью. Разумеется. Что же с ним делать? Высечь? Заковать в кандалы? Он говорит уже, по-моему. Вы не знаете, что там за пекло. Этот спертый воздух. От него можно сдохнуть. Такова работа на судне, и она должна выполняться. Пусть его высекут, мистер Старбак. Это приказ. Если это приказ, сэр. Я хотел бы сам его высечь, сэр, если позволите. Справедливость, ребята. Вот что рождает порядок. Без нее мы просто животные. Пока посадите его в карцер. Суд состоится завтра в моей каюте. Мистер Старбак и мистер Стаб, прошу присутствовать. Вы тоже можете прийти проверить, все ли по справедливости. Я обратился к вам напрямую, верно? Да, сэр. У нас задача огромной важности. И я не позволю ничему встать у этих людей на пути. Мы должны быть все как один. Да, сэр. Увидимся завтра ровно в 6. Все слышали капитана. Мы нашли, где утечка, сэр. Ровно в 6, мистер Стаб. А ну, всем работать. Дегу, ты пассажир на этом судне или все-таки добываешь себе на жизнь? Так двигай же свою черную задницу. Ничего, сэр. Ничего, аж до самого горизонта, сэр. Этот парень солнце переглядит, если вы прикажете. Мистер Стаб, извольте изложить вашу позицию по данному поводу. Я отдал этому человеку приказ, и он отказался его выполнить. Вычищать трюмы — грязное занятие. Верно, Квикек? Да, капитан. Слышите, он не жалуется. Очень важная у нас проблема, ребятки. Готовы ли мы перегрызть друг другу глотки? Он нуждается в твердой руке, сэр. Все на палубу прямо сейчас. Мистер Стаб, берите его. Он ваш. Один на один. Хотите, чтобы мы дрались? За трюмы, да? Это неправильно. Что именно неправильно, мистер Старбак? То, что происходит. Вы стравливаете людей, как животных. Все дозволено на этом судне. Кому, как не вам, это помнить? Разделяя власть, вы ваши правила. Так от порядка остаются одни ошметки. Я слышал, что говорил... Вы просто глупый мальчишка. Проблема здесь не в нарушении дисциплины. Главная проблема в проклятом белом ките. Get him, Mr. Stubb!
Довольно. Когда я скажу, мистер Старбак? Довольно, мистер Стаб. Ну вот. Это была честная драка, верно? У нас все драки честные. И мы всегда побеждаем. Облейте его водой, ребята. Ему нужна не вода. Ему нужен хирург. Собакам иногда нужна конура, мистер Старбак. А бешеным псам цепь и ошейник. Еще какие-нибудь жалобы, мистер Стаб? Нет, сэр. Как я понял, утечка устранена. Да, сэр. Тогда, надеюсь, вы не против, если мы продолжим наше основное занятие. Нет, сэр. Ладно, ребята, оттащим ублюдка в каюту. Осторожней голову. Полегче, полегче. Все в порядке, Квикик? Что-то не так? С тем, что, ну, случилось со Стилкилтом. Квикик, он же сам напросился, разве нет? А может, мы выбрали не то судно? Что? Нужна помощь. Хорошо, мы держим. Дегу? Дегу, неси одеяло. Воды. Осторожнее с тросами. Укладывай плотно, иначе мистер Стаб заставит все переделывать заново. Ты совсем плох, Квикик. Шлюпка. Они окружают нас. Это какой-то маневр. Сэр, судно, сэр, слева по борту. Это же Рэчел. Из Нантакета. Беги, сообщи капитану. Они явно ищут что-то или кого-то. Капитан Ахав, слава богу! Вы мой последний шанс. Господь услышал меня. Слава Богу, что вы здесь. Мы видели ваши флажки, капитан. Сколько человек у вас пропало? Мой сын Том, сэр. Я знаю его, капитан. Самый большой проныра в Нантакете. Вам доверяют, сэр? Он всадил гарпун в белого кита, и тот сразу понесся прочь. На северо-восток. Он не стал нырять? О, нет. Он убежал, по-другому не скажешь. И пропал, сэр. Мой сын пропал. Значит, на северо-восток? Мы с Рэчел двинули на запад, чтобы прочесать все море до самой Явы. Мы преследуем белого кита. Вот где стоит искать вашего сына. Да что вы. Сэр, мы понимаем друг друга. Я так волнуюсь за сына. Нужно искать лодку, сэр. Парень наверняка давно обрубил свой трос. Мистер Старбак, не говорите мне то, что мне и так известно. Я знаю, что нужно искать. Мы теряем время. Нет. Не делайте этого. А как же мой сын? Сэр, как вы можете? Ведь это мой сын. Будь ты проклят, Ахав. Мой сын, мой мальчик. Почему вы не хотите ему помочь?
Хочу. Что, по-вашему, больше понравится этому бедолаге, если я вернусь с телом мертвого сына или привезу ему голову убийцы? И когда вы найдете его? Когда убьете Моби Дика? Если вы убьете Моби Дика? Все будет кончено! Чему вы его учите? Как быть настоящим мужчиной? Или вам тоже охота попробовать? Вы можете пожалеть о ваших словах, сэр. Это мой сын. Как ты можешь? Я прокляну тебя на том свете. Будешь гореть в аду, чтоб ты сдох на дне океана. Капитан прав, братишка. Парню уже ничем не помочь. Будь ты проклят, Ахав, будь ты проклят, ублюдок. Да. Если мы убьем эту сволочь, нам всем станет легче. Вы про кита, верно? Теперь ты один из нас. Поднять клевера! Кит пошел по ветру. Следуем прямо по ветру. Я проклинаю тебя, капитан Ахав. Проваливай в свою преисподнюю. Добавь парусов. Это все, что у нас есть, капитан. Еще парусов! Говорю вам, больше никаких нет. Почему вы на меня так смотрите, мистер Старбак? Вы отлично знаете, почему, капитан. Дуй, ветер, дуй! Дуй, черт тебя побери, дуй, ветер! Дуй! Пип, сынок. Ты думаешь, твой капитан сумасшедший? Ты надеешься, белый кит исчезнет? Сгинет с лица земли сам по себе? Бедный Пип, иди ко мне. Дай воды. Измаил? Измаил, спускайся. Чёртова жара. Ну как он? Ты можешь быть свободен. Сэр, но капитан велел... Я знаю, что велел капитан. Свободен. На, попей. Пип умирает? Пип умирает? Добро пожаловать в гавань всех болезней. Что ты делаешь?
Измеряю его для гроба. Квикек. Квикек. Никакой ветер. Никакой Моби Дик. Квикек умирать сейчас. Нет. Квикек, я не позволю этому случиться. Мое сердце вырвется из клетка. Если б я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над моей головой, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим. Сэр, Квикеку кажется, что он умирает. Он даже не пьет воды. Все судно умирает. Из-за твоего драгоценного капитана. Разве он также не ваш капитан, сэр? Я люблю старика. Всем сердцем. И тем не менее, он свихнул вам всем мозги своей войной с Моби Диком. Мы все больны, Измаил. Мы подошли чересчур близко к белому киту. Он проклял нас всех. Ахав не виноват. Это вина Моби Дика. Как тиха и покойна могила, что побеждает прошлое со всей его суетой. В последнем пристанище, назначенном небесами, мы обретем, наконец, покой. Ты ведь мечтаешь об этом, правда? Обо всей этой жизни. Ты не хочешь Моби Дика, этого белого? О, мой капитан. Я хотел бы снова увидеть Нантакет. Мой старый друг. Я не знаю, зачем и почему. Но все продолжаю толкать себя в спину, тащить себя вперед и вперед. Мы все погибнем, капитан. Погибнем в погоне за этой проклятой рыбой. Разве мы с тобой не обманывали смерть уже тысячу раз? Разве не пересекали океаны, полные крови, под улыбающимся небом над беззвучной водой? А море все накатывало на нас свои смертельные волны, как и тысячи лет назад. Мы все уснем. В полях. А моя Мэри все еще ждет меня? Поплыли домой. Мой дом здесь. Не смей умирать, Квикек. Мы еще не убили кита. Без тебя нам не справиться. Я должен прочесть отходную молитву. У него другая Библия, мистер Фласк.
пусть знаки на его теле отведут его людей к душе его, и те доставят ее домой. Не смей умирать, Квикик. Нам еще нужно убить кита. Мы не справимся без тебя. Ты убьешь кита, и мы все поплывем домой. Очень просто. Слышишь? Это ветер. Ветер, ребята, наконец-то! Боги еще не готовы забрать тебя, мой друг. Квикек! Таштега! С возвращением! Смотрите! Ветер крепчает, сэр. С каждой минутой! Он гонит нас на северо-восток. Свернуть паруса, ребята! Разве я это приказал, мистер Старбек? Выполняйте! Мы должны защититься от шквала, сэр. Оставьте все паруса, что есть. Пускай ветер вынесет нас на белого кита. Гарпунщики! Да, капитан. Да, капитан. Ко мне! Приготовимся! Мы свернем себе шею, сэр. Сверните паруса, мистер Стаб. Но капитан велел... Нас разнесет в щепки. Сворачивайте, мистер Стаб. Это приказ. На мачты, ребята! Все да, на первую палубу! Держите крепче, ребята! Крепите получше! Держите крепче, ребята! А то унесет! Держать концы! Держать крепче! Со всей силы, Перт! Ты все на свете можешь выровнять, Перт! Все, что угодно, капитан! А как насчет морщин у меня на лбу? Можешь убрать озабоченность с моей физиономии. Я работаю только со сталью, капитан. Но я наточу ваш гарпун поострее. Для белого кита, так? Чтобы всадить в него. Чтобы проткнуть его к черту. Он мой! Теперь я это знаю, я вижу его перед глазами. Вы со мной, ребята? Да, капитан. Капитан,
Вы нужны на палубе. Нужно сложить паруса. Иду. Капитан. Дай. Да, я сам закончу. Разве это так сложно? Что вы там говорите своим богам? Наделите мой клинок своей силой, скрепите его своей кровью. Капитан Ахав, мы обязаны сложить паруса. Разверните судно против ветра. Преклоняюсь перед вашим капитаном, мистер Старбак. Он знает, что делает. Мы заряжаемся радостью от огня и металла. И наша кровь проведет нас через любые шторма. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя во имя... дьявола. Держитесь! Держитесь крепче! Мистер Стаб, убирайте Марселя! Марселя, а не Кливер! Держитесь, ребята! Только не бросать паруса! Святого Эльма. Я видел их раньше. Они вас не тронут. Не бойтесь. Сейчас вас не тронет никто, дети мои. Капитан. Я ваш капитан, мистер Старбак. Я ваш всемогущий Господь, если это вас беспокоит. Держите паруса и сохраняйте курс. Сожгите меня, если посмеете, или ведите меня к Моби-Дику! Ваш курс приведет нас к гибели, сэр! Не теряйте веры, мистер Старбак! Я определяю курс своего судна из разных элементов. Вы поклялись охотиться на кита, разве нет? В крови и шторме! Вы связаны вашей клятвой. Мы пили из одной чаши. Так или нет? Вперед! Взгляните, ребята! Только взгляните! Разве не этим клинком суждено вырезать сердце белого кита? Мы проплывем к нему, и мы это сделаем! Я уничтожаю последние капли страха! Это чудо! Божий промысел! Это Божий промысел! Вместе мы победим! Все слышали капитана? Мы победим, если будем вместе. И это приказ. Это наша судьба.
Во имя Иисуса, это безумие должно прекратиться. Вы превратили команду в рабов демонической секты. Вы взываете к самому низменному в их душах и подаете это как благо. Одни умирают во время отлива, другие в час полной воды, но умирают все. Я убиваю его или он меня, вот и конец. Похоже, вы забыли, что вы не единственный живой человек на этом судне. Господь создал нас ради жизни, чтобы мы вызывали и в себе, и друг в друге лучшие побуждения. А? Совесть мучает. А мучает ли совесть Моби Дика? Воля Божья, бормотание чужих судеб. Кит, все это одно и то же. Мир — это белый холст, на котором мы пишем наши истории. А мы не такие уж разные, ты и я, просто духовные братья. Ты жаждешь крови так же сильно, как я. Ну уж нет. Тогда забирай мою. Нет. Первый раз в жизни жалею, что Господь создал меня таким, каков я есть. Прекрасно, мой старый друг. Давай начнем сначала. О, мой капитан. Не я ли говорил вам, мистер Старбек, что белый свет нуждается в твердой руке? Готово, сэр. Осталось недолго, ребята. Когда все закончится, вы получите любые монеты, какие пожелаете. Ведь когда мы убьем это чудовище, у нас хватит жира, чтобы обогреть всю Америку. Да! Поднимите меня повыше, мистер Стаб. Похоже, сегодня я единственный, кто предвидит, куда нас ведет белый кит. Вы все станете капитанами своих судов. У каждого будет дом на Мейн-стрит. И когда наши могилы покроются зеленой травой, долго еще люди будут петь песни о капитане Ахаве и его верной команде. О самых отважных и несгибаемых людях, когда-либо выходивших в море, мы будем бессмертны, ребята! Да! Мое судно с судьбой возвратились домой. Домой, бубенмасть. Птицы! Птицы, капитан! Стая на северо-востоке! Наконец-то! Птицы! Ты прав, сынок! За ними! Отдавайте приказ, мистер Старбек! Он нашел нас! Моби Дик нашел нас! Отдавайте приказ, мистер Стаб! Северо-восток, по прямой! Да, сэр, все слышали приказ. Готовь шлюпки! Шевелись! Скорее, прикончим эту тварь! Шевелись! Скорее, прикончим эту тварь! Запомните, мистер Стаб, мы заходим сзади, мечем гарпуны и заставляем его ослабеть. Да, капитан? Пускай истечет кровью перед тем, как мы возьмем его. Ничего, если придется рубить тросы. Да, сэр. Бросайте гарпуны и отходите, мистер Фласк. Точно и стремительно. Сделаем, капитан. Сильная рука и доброе сердце, Дэгу. Ваш гарпун — сама справедливость, капитан. Мы ослабим его, пока он не сможет больше сражаться, мистер Старбак. А когда он захлебнется собственной кровью, дотащим его до судна. Нет, сэр. Сегодня я с вами не поплыву. У меня нет врага в море. Мой единственный враг стоит передо мной. Если так, вы разочаровали меня, как первый помощник. Я разочаровал Господа тем, что не пристрелил вас.
Моя правда была в том, чтобы не стрелять. Джентльмены, я прошу вас всех взглянуть правде в глаза. Наш капитан утягивает нас в морскую пучину. Ему глубоко плевать на... Дурак! Я командующий судьбами. Никому не остановить меня, Стаб. Повышение. Считайте себя первым помощником. Квикик поплывет с ним, Измаил со мной. Наша клятва гласит: смерть Моби Дику! Смерть Моби Дику! Смерть! Смерть Моби Дику! Моби Дик! Гребите, парни, сильнее! Жмите! Белый кит наш! Гребите, что есть силы! Затопим океан его кровью! Он огромный, ребята! Господи Иисусе, вы только взгляните! В самое сердце, Квикик! Давай! Отлично, Квикик! Стан держит его на тросе! Тяните все! Один гарпун в нем! Остался еще один! Теперь держитесь! За трос! Крепче! Держитесь! Вперед! Когда получите свой дублон, мы разделим его поровну, когда привезем бочки с жиром в Нантакет! Белый кит, сэр! Он держит его, парни! Мы не удержим его! Мистер Стаб, надо рубить! Рубить только через мой труп! Он летит слишком быстро! Рубите, мистер Стаб, рубите! Отцепляйтесь, рубите трос! Рубите! Рубите, мистер Стаб! Руби! Он ныряет! Топор упал в воду! Стаб, рубите! Господи Иисусе! Поднять весла! Боже, Стаб ушел! Бедный Стаб! Поднять весла, ребята! Поднять весла! Слишком горькая! Слишком соленая смерть! Но мы будем мстить за нее до последнего вздоха! Хватайте весла, ребята! Мы отомстим! Отомстим за мистера Стаба и Квикига! За всех наших товарищей! Вперед! А вот и он! Навались! Мертвый кит или разбитая шлюпка? Навались!
Квикик! Квикик! Гребите, парни! Квикик! Квикик! Квикик живой, сэр! Он не погиб! Оставьте его! Он доплывет до судна! Вперед! Мы идем на кита! Дружнее, ребята! Не теряй ритма! Мы на верном пути! Смелее, парни! Смотрим, смотрим! Во все глаза! Моби Дик наш! Греби сильнее, греби! Прямиком к смерти Моби Дика! Давай, Квикик! Давай руку! Держись! Он слишком огромный! Слишком сильный. Держать весла! Держать! Вот они! Смелее, парни! Это не кит! Вас напугала пара птичек! Он внизу! Он прямо под нами! Где? Ну? Где? Фласк! Фласк! Под вами! Внизу! Прямо под вами! Дегу, готов гарпун! Не верю. Моби Дик просто стряхнул их со спины. Что будем делать, сынок? Кит уже наверняка измотан. Но где твоя теория? Что тебе говорят инстинкты? Мы потеряли 10, сэр. Боже, храни их души. 10, капитан. Мы это все, кто остался. Это невозможно, сэр. Прошу вас. Мы не согнемся перед ним, правда, ребята? Вперед. Медленно и верно. Он найдет нас. Вперед, парни. Это безумие, сэр. Это безумие, ребята. Он все равно убьет нас, даже если мы не убьем его. Он найдет нас. Он придет за нами, придет. Греби. Сильнее греби. Греби! Сильнее греби! Он найдет нас. Легче, ровнее. Так держать. Он увидит нас. Он увидит и сам подставится. Что-нибудь видно? Где он? Где он? Готовьте второй гарпун. Весла на борт! Весла на борт! Готовы, ребята? Давайте второй гарпун. Готовы, ребята? Давайте второй гарпун. Держи весла! Держи весла!
Держитесь все! Да, капитан! Готовы, ребята? Да, капитан! Да, капитан! Мы оседлали его! Держись крепче! А ну, покатай нас, Моби! Беги от своей смерти, Моби Дик! Прочь от своей гибели! О, да! Что это? Чуете запах, ребята? Он играет с нами. Капитан, покиньте судно! Погоди. Капитан! Поворачивайте! Он хочет нас перевернуть! Разворачивай лодку! Вот он! Подходит! Капитан, рубим трос! Ни за что! Капитан, вы сказали, что мы хотим ослабить его, только ослабить! Ослабить? Да мы катаемся на нем, Измаил! Едем на спине самого Моби Дика! Ты что, не видишь? Пророчество сбывается! Он идет на нас! Пророчество! Пророчество сбывается, сынок! Вот он, мой катафалк, Измаил! Мой катафалк! Умоляю вас, капитан! Катафалк из американского леса! Ты останешься жив! Ты дотащишь меня до ада и обратно на этом канате! Мы с тобой едины, ты и я! Мы едины! Помогите! Я в ловушке! Не могу выбраться! Помогите! Я в ловушке! Не отпускай. Просто поставь ногу. Мистер Старбек, нога застряла. У меня нога застряла. Помогите, умоляю. Все в порядке, Пип. Я уже иду.
Цепляйся. Нет, прошу вас. Держись. Я сейчас. Я сейчас, Пит. Я не могу выбраться, сэр. Не могу двинуть ногой. Умоляю, спасите меня. Заклинаю вас. Я здесь, Пип. Я уже здесь. Умоляю. Что это? Я не боюсь, сэр. Пип не трус, мистер Старбак. Я знаю. У меня никогда не было лучшего юнги, чем ты. Я останусь с тобой, сынок. Спасибо, мистер Старбак. Спасибо. Мы будем вместе. Я не уйду от тебя. Я буду рядом. Ничего не бойся. Мы уйдем вместе. Я не боюсь, сэр. Я проплыл на этом гробу почти сутки, день и ночь. Акулы сновали вокруг меня, такие безобидные. Словно их пасти заперли на замок. Пока, наконец, перед глазами не замаячили паруса. Это была Рэчел, чей капитан все еще искал своего сына, но взамен подобрал сироту.